для нашей семьи день. Я сразу хотел бы, до того, как сказать несколько слов о выставке, прочитать вам одно маленькое стихотворение. «Я шел за Данте в час распада, чтоб увидать все круги ада. По Гёте, смяв закон движения, я останавливал мгновение. Из пепла, словно феникс птицы, Хайям помог мне возродиться. Тукаю огненная лира меня спасла из клетки мира. Но лишь с тобою, дорогая, я смог открыть ворота рая». И вот ровно 53 года тому назад вот моя жена Лилия мне открыла ворота рая. Очень благодарен, если вы здесь увидите, что-то меня читали, то огромные заслуги, конечно, моей терпеливой, маленькой телом, большой духом жены. Ваша похвала меня тронула. Я написал так. Когда в душе все так паршиво, что белый свет вокруг не мил, так хочется неудержимо, чтоб нас хоть кто-то похвалил. Пусть этот миг мелькнет так быстро, как пролетевший метеор. Душа поймает эту искру и разгорится, как костер. Когда душа, словно столица, горит огнями на весь мир, нет силы, чтоб не похвалиться хоть перед малыми детьми, что легче, радость или гордость, мне обе ноши тяжелы, но лучше жить от славы, гордость, чем умереть без похвалы.